Когда-то он мне казался рисковатым, а сейчас он такой мягкий, ну прям как женщина мягкая, как клима. Теперь я жалею, что я его избрызгала тогда, даже не оценив всю красоту. Маленькая приписка. Пока делала английское видео, заметила, что там на английском канале все-таки сказан парфюмер этого шедевра. Это Мишель, пишется как HY, читается, наверное, как he или hi, HY, вот так вот. Я не знаю ничего пока про этого парфюмера и сейчас разведаю, и если что, потом расскажу. На английской фрагрантике сказано немножко больше, я хочу перевести. Rive Gauche, Left Bank stands for left side of River Seine. Ну, то есть я уже говорила, что это относится для левого берега Сены, где живут интеллектуалы, художники, поэты и умные люди. Бутик Ив Сен-Лорана тоже находился именно на территории Left Bank, вот этот вот Rive Gauche, и с этого все и пошло. А я об этом даже и не знала. Обитатели района Rive Gauche – это те люди, которые больше всего в жизни ценят солнце и ветер, но в то же время являются большими метрополитенами, то есть космополитами, такими людьми, которые любят столичную жизнь, так как и жил Ив Сен-Лоран. Также там сказано, что в 2000-х, когда этот роман был сделан как фланкер, там добавили немножко пеларгонии и этим самым осовременили аромат, но в то же время это все равно большая добыча для коллекционеров, кто истинный ценитель французских классических ароматов.